Вот мы уже неделю находимся с семьей на самоизоляции в Москве. Никто не болеет, никаких симптомов нет, никто ниоткуда не возвращался из зарубежных стран. Вот, никто из по работе или знакомых не болеет, никаких признаков не имеет. Вот, хочется уже поехать на дачу, которая находится в Подмосковье в ближайшем. Там у нас отдельный дом с огороженным участком. Я хочу туда съездить один на собственной машине, которая стоит у меня около подъезда. Могу ли я туда в эту субботу поехать? Вот. И у меня вопрос, а не остановят ли меня где-нибудь при выезде из Москвы, там на МКАДе, ДПС или полиция, не будут меня спрашивать причины моего выезда, вот, не наложат ли мне штраф 4000 рублей. Понятно, с собой я возьму там паспорт, права, вот, но крайней необходимости у меня нет. На даче я просто хочу позаниматься там спортом, покопать что-нибудь там, покрасить и так далее. Вот, то есть это не крайняя необходимость. Вот, но с другой стороны, по дороге я никого, ни с кем контактировать не буду, заражать никого не буду, ни от кого не заражусь. Вот, поэтому вот такой вопрос. Если у вас есть ответ или ссылка на этот ответ, то напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Спасибо большое за внимание.